В поселке Великодолинское Аведёпольского района открыли мемориальную доску Олегу Кушниру, погибшему в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Церемонию открытия провели во дворе Великодолинской школы-гимназии номер 1, где учился Олег, в присутствии его матери Надежды Никитичны, сестры Татьяны Дальян, близких, преподавателей, учащихся, военнослужащих, руководства района и поселка. Олег Кушнир погиб 18 февраля 2015 года под Дебальцево, где как раз шли ожесточенные бои. Без отца остались два сына и дочь. Присутствующие положили к мемориальной доске цветы. Память погибшего почтили минутой молчания. Вічна пам'ять загиблим героям. Олег Кушнир родился 30 ноября 1972 года в поселке Великодолинский Аведёпольского района. Рос в рабочей семье. Мать Кушнир Надежда Никитична работала на почтовом отделении. Отец Кушнир Владимир Иосифович работал трактористом. Учился в Аведёпольской школе номер 1 с 79 по 78 год. Активно занимался спортом, выступал за сборную школы по футболу. С 90 по 92 год служил в армии, получил воинское звание сержант. В 98 году окончил Исаевское ПТУ Николаевского района Одесской области и получил диплом тракториста широкого профиля. В 2014 году, во время объявления частичной мобилизации, ушел добровольцем в Аведёпольский военкомат и был признан в ряды Вооружённых сил Украины. Место событий – журналист Роман Варшанидзе, оператор-монтаж Андрей Хлопчик.